ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между молодежной преступностью и тем феноменом АУЕ, о котором мы с вами говорим. Тем более, ни в коем случае нельзя улично-дворовые субкультурные молодежные группы идентифицировать с тюремно-уголовной субкультурой. То есть это будет, на мой взгляд, некорректно. Вот этот феномен АУЕ, он появляется где-то 8-10 лет тому назад. По сути, именно виртуальное пространство создает вот тот взрывной эффект появления различных, ну, прежде всего, деструктивных традиций среди молодежи. Ну, это такая традиция, по сути, появляется вот в таком формате, о котором мы с вами говорим, арестантское и уркаганское единство. И здесь вот эта вот виртуальная, так скажем, форма, да, такой криминальности, да, оно не совпадает по проекциям именно с улично-криминальными дворовыми сообществами. То есть это разные явления, хотя они и в какой-то степени здесь пересекаются, да? То есть вот виртуальные АУЕшники, на мой взгляд, это как бы внешний такой конус, где происходит первичное заражение, и впоследствии они могут перетекать уже вот в эти уличные, так скажем, да, группы как таковые. Улично-дворовые сообщества, они, по сути, присутствуют в любом городе, и улично-дворовые сообщества, у них есть такая тенденция все-таки в той или иной степени криминализироваться. То есть эти улично-дворовые сообщества в мегаполисах, так скажем, ну, в крупных городах, не очень крупных городах, были при наших дедушках и бабушках, при наших родителях. То есть они присутствуют, так скажем, при наших детях, будут при внуках и правнуках. Да? То есть это вопрос здесь вот именно разрастания этого явления. Да? То есть вопрос, связанный с масштабностью как таковой. То есть это тема городских конфликтов, городского пространства. Да? Она как бы является такой обыденной жизнью, да, любого города. Но и здесь это второй момент, что улично-дворовые сообщества, вот такой вот субкультурной формации, как АУЕ, да, это тоже как способ социализации, если вот говорить о современном этапе, да, то есть способ взросления подростка, да, молодого человека. И вот это взросление именно происходит на улице как таковой, да, то есть и оно может, естественно, криминализироваться в какой-то степени. Но опять-таки это такой хулиганизм, да, уличный такой хулиганский активизм, да, то есть с какой-то, еще раз говорю, тут преступностью такой, да, вот организованной, я бы вот это явление не связывал прежде всего. Хотя тоже вот эти молодые люди, они могут в дальнейшем рекрутироваться в качестве пехоты, да, вот уже в такие более серьезные объединения, где же речь идет о профессиональной преступности как таковой. В ходе опроса работы с респондентами вот из этих, так скажем, молодежных уличных сообществ, ну, большинство ребят говорят, что мы за асфальт не воюем, асфальт не делим, но в то же время они признают, что есть, ну, определенные, так скажем, спорные территории, да, но связанные с получением какой-либо прибыли. Да? То есть это могут быть стоянки, это может быть какая-нибудь кафешка, да, которая может представлять интерес, ну, для различных конкурирующих, так скажем, уличных групп. Но, опять-таки, я не стал здесь вот
те процессы, которые были в 80-х годах, когда реально, так скажем, здесь буквально можно было понимать, война шла за асфальт, здесь вот такие процессы не запущены. Такие исследования ведутся, мониторинг социальных сетей происходит, естественно, вот в рамках Татарстана. Но такая тенденция, как бы вот ощутимая, то, что ВКонтакте, ну, группы достаточно активно блокируются, массовые такие группы вот этого профиля блокируются, ну и происходит перетекание контента пользователей уже в Инстаграм и в Телеграм-каналы, ну, соответствующие тематике. То есть это тенденция такая явная, да, там как бы вот уже правоохранительные органы, да, и Роскомнадзор, да, не могут жестко так администрировать, влиять, так скажем, да, вот на тот контент, на те сообщества. Но сразу хочу сказать, что блокирование групп, это, конечно же, ну, достаточно неэффективно, да, то есть это не создает ситуацию, так скажем, решения проблемы. Связанный с пониманием улицы, да, как своей семьи, то есть такое некое пацанское братство. Второй концепт – это отказ, ну, мягко так скажу, да, отказ от каких-либо коммуникаций с правоохранительными органами, да, и, или даже, если более жестче сказать, ненависть к правоохранительным органам, то, что в фотоконтенте как раз имеет место быть. Ну и такой концепт, как бы здесь, по сути, юнгианская, так скажем, тема затрагивается, архетип матери, да, то есть обыгрывается архетип матери, что мать дождется своего сына-бродягу, какой бы он плохой сын-бродяга не был, но мать его любит, она его простит, да, и мать это святое. То есть здесь как бы вот в рамках АУЕ концептов мы можем увидеть с вами и достаточно такие как бы вещи жесткие, связанные с жестким отношением к правоохранительным органам, так скажем, да. Вот. И с другой стороны, вот есть вещи, которые как бы связаны с мужским коллективизмом, да, то есть братство, да, взаимная поддержка друг друга, да, то есть это вот все как бы тоже в подростковом, юношеском возрасте оно достаточно сильно актуализируется, то есть это элементы такой как бы социализации, вхождения во взрослый мир. Популярность как таковая, вот романтизация улично-криминальной жизни, она была, есть и будет, да, и здесь конечно, запретительные какие-то меры, они, ну, не помогут, а наоборот будут заострять внимание, возбуждать интерес вот к этой теме. Да? Но тоже я хотел бы сказать, что вот в ходе общения, так скажем, вот то, что вот исследование мы проводили в 2018-2019 году вот этого феномена, радует, что многие подростки, они не знают, что скрывается под аббревиатурой, например, да, АУЕ, о чем мы с вами говорим, не знают творчества вот этого певца, да. Ну и здесь еще раз хочу сказать, что, ну, ни в коем случае вот запрещать нельзя, корректировать, да, то есть какую-то коррекцию надо производить, да. Вот, но ни в коем случае здесь вот эти запретительные меры, они должного эффекта не произведут. Вовлечение вот в улично такие дворовые сообщества, оно происходит в каком случае? Когда нет теплых коммуникаций между родителями и детьми. Да, то есть когда ребенок ищет каких-либо лидеров, каких-либо авторитетов вне вот тех гражданских институтов, да, вне института семьи, вот, и находит такие авторитеты
в уличном пространстве. Но это опять-таки вот связано с нехваткой вот этих теплых коммуникаций, то есть вот межпоколенческий конфликт как таковой. Да, и родители, если они запретительные меры как таковые пытаются реализовать, они только будут вызывать вот такой детский негативизм. То есть в данном случае здесь, если есть доверительные отношения со своим ребенком, вот, то если идут нормальные, так скажем, да, нормальная социализация ребенка через институт семьи в школьном пространстве, да, то есть для него эта тема АУЕ, она не будет актуализироваться. То есть улично-дворовые сообщества для него они не будут, так скажем, элементом такого запретного плода. То есть вот, на мой взгляд, вот здесь в этом кроется проблема как таковая. Но опять-таки ни в коем случае стигматизацией заниматься нельзя, наклеиванием ярлыков. То есть это как бы проявление такой детско-подростковой агрессии в улично-таком дворовом формате, оно присутствует. Но большинство ребят через эту тему проходит, но в ходе взросления, то есть когда они социализируются и вливаются во взрослый мир, они по сути вырастают вот из этих штанишек различных субкультур, и то есть это как бы становится для них уже неинтересно, да, и они в этой теме там могут быть 4-5 лет, да, то есть если вот со специалистами говорить, то есть человек в субкультуре, как бы молодой, он может находиться там 4-5 лет максимум, да, потом переходить в какую-то другую субкультуру или уже разочаровываться, так скажем, вот в этих явлениях как таковых, да, становиться взрослым и уже вливаться, вот так скажем, на общие таких гражданских позициях вот в то социальное пространство, в котором он живет.